Всем привет! Сегодня принесли вот такую вот штучку от Hyundai Solaris. То есть человек хотел себе сделать круиз, чтобы работал. То есть у него вот этой кнопочки круиз нету в штатной комплектации. Вот он поставил это дело себе на машину. И чудо не произошло. Ну, точнее, как чудо какое произошло. Он круиз вот это нажимает. Индикация на панели загорается. Ну, круиз не работает там по какой-то еще причине. Вот. А вот эти вот кнопки все, вот менюшки, вот эти вот, они у него не заработали. Вот. Значит, почему они не заработали? Потому что там внутри резистора не соответствует действительности. Значит, на его кнопке вот так вот сделано. То есть не на его, а вот на этой, которая из магазина. Ну, из магазина, с Алиэкспресса. То есть вот там разница, вот R1. R1. R3. Там. То есть несколько резисторов. Вот сразу вам напишу, какие кнопки надо впаять резисторы. Вот R1 надо впаять 390 Ом, R2 менять не надо, R3 300 Ом, R4 1,2 кОм, R 390 Ом, R-B 0 Ом или перемычку, R-C 220 Ом. 220 Ом, кстати, откуда-то вот отсюда выпаивается. Вот, RD 300 Ом и RE 470 Ом. То есть, по идее, для переделки вам потребуется два резистора на 390 Ом, два резистора на 300 Ом, один резистор на 470 Ом, один резистор на 1,2 кОм. 220 Ом возьмете. Сейчас, где-то он тут стоит на плате. Вот на месте RB стоит 220 Ом как раз. RB вы выпаете. RB вы выпаете. Туда впаяете перемычку, а его впаяете на RC. Вот. Я все это тут поискал тут у себя в закромах резисторы. Припаял. Вот, сейчас отдам хозяину и будем проверять, работают кнопочки или не работают.